13 октября 1862 года в далеком Ровно появился на свет будущий архитектор Иван Носович. В 1899 году принимает предложение работать в Барнауле. В итоге менее чем за 20 лет он спроектировал целый ряд зданий. Это и признанный шедевр деревянного зодчества, дом самого Носовича, и здание городской думы, ныне музей город, народный дом, нынешняя филармония и другие. После пожара 1917-го Носович разработал проект барнаульской застройки города-сада. До конца проект не довели, но следы его планировки хранят площадь Октября, проспект Строителей и другие улицы города. Октябрь 1885 года. При Нагорной школе открыта первая в городе народно-школьная библиотека. В ней насчитывалось около 500 томов. Большую подборку книг прислал петербургский благотворитель Сибиряков. Первым библиотекарем стал просветитель Штильке. Отметим, что сама школа была первой в городе бесплатной и общей для девочек и мальчиков. 1 октября 1985 года в Барнауле открыли дом архитектора на улице Анатолия. Под него отвели здание постройки начала 20 века, личный дом губернского врача. С 1994 года здесь размещается творческая архитектурная мастерская, проходят собрания архитекторов.